Генеральный спонсор прогноза погоды – торговая марка «Помпа». В субботу в Самарской области облачно с прояснениями, без осадков, 23-26 тепла днем, ночью 17-19 выше 0. Ветер северо-западный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани солнечно, днем плюс 25 градусов, ночью 17 выше 0, северо-западный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти безоблачно, днем плюс 24, ночью плюс 19 градусов, ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Самаре малооблачно, плюс 24 градуса в дневное время, ночью плюс 16. Ветер северо-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 39%, температура воды в реке Волга 24 градуса, геомагнитное поле слабо возмущенное. Не дышит нос? Ответ один. Иди в амбулаторный центр номер один. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.